Всех рада приветствовать на моем канале. И сегодня у нас обзор подоконника на кухне. Здесь у меня прошла небольшая реорганизация, и растений осталось значительно меньше. Ну, давайте по порядку. Вот здесь такой малый шпиделантус. Кто помнит, у меня раньше был очень большой педилантус, но я его продала, и вот со временем захотелось мне еще одного вырастить. Далее здесь у меня коллизия. Господи, забыл, как называется. Коллизия вот в таком зайчике растет. Я ее периодически обновляю. Сначала она такая маленькая, а потом уже у зайчика пышная шапочка получается. Мое самое большое растение на кухонном подоконнике — это вот этот замиокулькас. Его уже тоже немножко надо привести в божеский вид, потому что вот эту ветку он начинает портить. То есть она уже старенькая, ее надо убирать. Пока не трогаю. Здесь вами любимая пепероми туполистная. Ее я готовлю к обрезке. Вот здесь мы будем здесь все подрезать с вами. Очень скоро выйдет видео об обрезке пепероми. Можете там еще задать вопросы, вас интересующие. Здесь у меня на тотеме растет сциндапсус неон. Он растет достаточно быстро. Ну и, собственно, этим тотемом как таковым я не пользуюсь в итоге. То есть вот это постоянно наливать стаканчик. Его не хватает, не промокает. Тотем я использую именно как опору, по которой вьется лиана. Больше никак. То есть так, чтобы корни в него прорастали, оттуда питались, у меня не получилось. Так, конечно, очень красиво на столбике смотрится. И, естественно, листики начинают становиться более крупными, так как растут вверх. Если вниз лианку опустить, то листики будут значительно мельче. Здесь у меня еще одна пепероми. Вот такая вот варигатная. С ней я тоже планирую много разных интересных действий. Но пока она еще малышка, поэтому я ее не трогаю, даю ей хорошенько обрасти. Так, ну и здесь у меня вот такой вот суккулентный уголочек появился. Вот такое вот денежное дерево. Ну, как денежное дерево, наверное, называется как-то так. Но для меня все деревья денежные деревья. С таким листом волнистым, с прямым листом. Эти два суккулентных товарища вообще хочу убрать. Ну и здесь у меня растут мои красавчики хлорофитами оранж. Нужно их, конечно, высадить уже в горшок, потому что в этом стакане тепличном им уже не место. В зале у меня стоит горшочек с хлорофитом оранж. Я думаю, туда вот этих двух друзей тоже подсадить. И у меня получится три растения в одном горшке. Хотя можно, конечно, рассадить их и вообще по отдельности. Но пока над этим подумаю. Ну, собственно, вот так сейчас выглядит мой подоконник. Здесь гораздо меньше растений стало, чем было, но мне сейчас нравится даже больше. Ну, вам спасибо за просмотр, не забудьте подписаться. Всех люблю, пока-пока.